Стороны AB и CD выпуклого четырехугольника ABCD равны. Через середину диагонали AC и BD проведена прямая, которая пересекает стороны AB и CD в точках M и N соответственно. Докажите, что угол BMN равен углу CNM. Для начала сделаем рисунок, запишем дано. AB равняется CD. AT равняется DC. DP равняется BP. ПТ пересекает сторону АБ в точке М. ПТ пересекает сторону СД в точке Н. Доказать, что угол БМН равен углу СНМ. Сделаем дополнительное построение. Возьмем точку К, принадлежащую отрезку БС, так что БК равняется КС. И построим треугольник ПКТ. АТ равняется ТС по условию БК равняется КС по построению. Из этих двух пунктов следует, что прямая ТК это средняя линия треугольника АБС. А раз ТК средняя линия треугольника, отсюда следует, что ТК равняется 1/2 основания, 1/2 от АБ. Также ТК будет параллельно основанию, ТК параллельно АБ. А раз ТК параллельно АБ, отсюда следует, что угол 1 равен углу 2, так как они соответственны при параллельных прямых ТК и АБ и секущей МТ. Рассмотрим следующее равенство. ДП равняется БП по условию ЦК равняется БК по построению. Из этих двух пунктов следует, что ПК это средняя линия треугольника ДБЦ. А раз ПК средняя линия треугольника, отсюда следует, что ПК будет равняться 1/2 основания, 1/2 от ДЦ. Также ПК будет параллельно основанию ДЦ. А раз они параллельны, отсюда следует, что угол 3 равен углу 4, так как они соответственны. Тогда у нас получается, что ПК равняется 1/2 ДЦ. ТБ равняется 1/2 АБ. Также АБ равняется СД по условию. Из этих трех пунктов следует, что ПК равняется ТБ, так как правые части у них равны. А раз ПК равняется ТБ, отсюда следует, что треугольник ПКТ равнобедренный. А раз треугольник равнобедренный, отсюда следует, что угол 1 равен углу 3. Также ранее мы доказали, что угол 1 равняется углу 2 и угол 3 равен углу 4. Тогда из этих трех пунктов следует, что угол 4 равен углу 2, что и требовалось доказать. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.